Доброе утро, время 10 часов утра, 24 февраля. Так, буду камеру держать здесь, чтобы солнцем сильно не слепило. Сейчас у нас предстоит обучение, третий день, третье занятие по офлайн обучению. Самый мой любимый, наверное, блок — это инвестиции. Как привлекать инвестиции, на каких условиях, под что, все вот эти вот самая наша любимая тема народного финансирования. И перед этим я скажу, что о своих уроках открытия, что все-таки возникли некоторые разногласия в команде, и вспомнил такие вещи, что часто бывает и всегда бывает так, что ты собираешься идти с кем-то вместе, а кто-то раз и сворачивает. Еще не получив результаты, не сделав то, что декларировал. А бывает, что и вообще даже не декларировал. То есть заплатил на обучение, за обучение. И как Вовочка в своем анекдоте говорил: я обманул кондуктора, как ты его обманул? Я заплатил в трамвае проезд, а сам не поехал. И это же самое похоже, когда ты оплачиваешь инструменты свои, например, как стоматолог, да, хороший хирург, хорошие дорогие инструменты. Оплачиваешь свои инструменты и потом идешь, просто ими раскидываешься. Говоришь: ну я собирался этим заниматься, вот у меня есть инструменты, но мне они не нужны. Я буду чем-то другим делать. Вот мне захотелось что-то другое. И получается, как это... Ты хороший хирург, да, тебе подарили инструменты, и ты просто идешь и раскидываешься. Если бы это происходило в реальной жизни, так, то, наверное, было бы немножко странно. Но в жизни у людей часто так происходит. У меня тоже иногда так происходит. Но так как это обучение по бизнесу, и мы все-таки учимся дисциплине у себя, у других, пытаемся учиться в первую очередь, зачем я пошел, чтобы научиться что-то передать другим, как-то развить тех, кто рядом с собой, чтобы пойти дальше, потому что я еще собираюсь пойти и на масштабирование, и на акселерацию, чтобы всерьез дальше развивать, масштабировать рынок SkyWay, рынок народного финансирования. И также могу подметить, что все эти какие-то там недоговоренности, они мелочь, но когда ты чего-то пытаешься достичь, куда-то пойти, то всегда наступают какие-то сложности. Это только, наверное, в кредитных организациях бывает, да, что ты взял кредит, денежки потратил, а потом надо его отрабатывать. И я предпочитаю сначала сделать, и потом уже получать награду. Вот, и если какие-то помехи, какие-то уроки встречаются на пути, то это инструменты. И как недавно увидел, что в этом высказывании в интернете, что успех — это тот пик горы, вершина тех обломков, по которым ты взобрался. То есть успех — это гора, которая состоит из обломков неудач, твоих неуспехов. И причем, когда ты добиваешься одного успеха, пока ты в зените, да, и на следующий момент, на следующий день ты уже не в зените, то есть может наступить спад, и тебе нужно, возможно, строить следующую гору из обломков опыта, чтобы добраться следующего успеха. И как еще сказано в ведах, что все дается нам не просто так. Каждое событие в жизни — это наш экзамен. Если ты его не сдашь сейчас, то экзамен придется тебе пересдавать снова, только чуть построже. И часто бывает, наверное, что проходит вся жизнь у человека, и он думает: блин, вот точно надо было
лет 50-60 начать уже сдавать экзамены, и сейчас бы было получше, а лучше не станет. То есть, как говорится, вот здесь вот на этих браслетиках то, что изменений не избежать, так же как и не избежать заката солнца. Ты все равно сойдешь с пути, если не будешь развиваться. И если уж тебе дается какой-то инструмент, то нужно взять этот инструмент. Тем более, если ты мужчина, тебе нужно взять инструмент, чтобы быть сильнее, чтобы быть защитником, чтобы нарастить свой потенциал, чтобы защищать свою семью, чтобы защищать общество, чтобы защищать идею, которую ты несешь. Ну, такие вот у меня выводы пока по 5 дням этой недели. И я очень рад, что мы наконец-то сегодня будет у нас занятие по инвестициям. Далее увидимся уже, наверное, на обучении.